Палочка зачем? А? Луночку чистишь. Луночку чистишь? Луночку. На, тебе палочку, да. Да, лежит уже кто-то просто на обратном пути, наверное. На обратном пути оставлять, потом забирать. Вот, здесь нет. Как называться-то? Гипер-про рыбак. Все это, да? А там не замкнет ничего? Не, вот тут два контакта, вот эти. Типа, а эти зачем? Они замыкаются. Это, ну, крепить. Вот тут типа, ну, за лодку. И тут типа, может, я хер знаю куда. Громко фига или что-то? Где громко? Вон, отлично. Не, это. Хер знает, что-то можно для воды. Так, включаем Wi-Fi. А не знаю, думаю, включать, не включать. Попробуем так. Зарядил. Все сломалось. Гипер отключен. Делать, да, не отключен. Не утонет? Пошло 2,9 метра. Ага, 3. Ну так и будет у нас какая-то. Дно типа тут такое, ну, твердое, короче. Видишь, сверху это типа лед. Ага. Показывает. И ровная гладь, да? Да, ну как бы. Видишь. Или это вот тут под этой. Ну тут видишь, ничего ни хера нету. Сейчас можно режим флешера, короче, включить. Что за флешер? Ну и шибу вроде. Ну, короче, сейчас покажу. Шибы нет. Режим. Где этот подлетный? Вот. О, видишь, флешер, короче. О, что он делает? Ну, ощущения всякие. Ну вот это да, типа этот рыба как поднимается. Вот тут еще эта графа. О, здесь 2,9. А насколько радиус там, например, под льдом показывает? Или только чисто? Он льдом? Этот как бы конусом вот так вот идет. А, ну не знаю, чем глубже глубина, тем больше. Ну да, да, да. Так, еще надо этот сделать. Узкий. В настройках лучше. Сейчас. А, вот узкий я уже поставил. Рыбы нет. Херлит. Да конечно, пошли дальше. Пошли в поем. Нет, это надо. Да. Тут 2 метра. У тебя уже 2, у меня на метр больше. Угу. Вроде немного недалеко ушли. Так. Yeah.
5 метров. Да. 4,9. Вообще ничего нет. Там хоть какая-то маленькая. Там была рыба, да. Проплывала маленькая. Маленькая такая, это мелкие, наверное. Крупную такой, рыбой покажет, да? Ну да, да, да. А тут он как помехи, наверное, видишь. Ну видно, показывает, видишь, я думал, у него не покажет, сомневался он со мной. Так, попробуем на балансе, что половим. Может, что-нибудь и получится. О, тут рыбка есть. О. Тут вот есть рыбка. Слышишь? А? Вот здесь есть рыба. Рыба? Да. Ну как, небольшая. Маленькие такие. До килограмма. Так и что, все правильно, у тебя там тоже до килограмма. Ушел. Все, ушел куда-то. А вот килограмма что-то. Ну-ка, давай вставляй этот мормушку свою, посмотрим. А тут стали, как я? Нифига тут. Что, мимо проплывало на века, вот, да? Там еще что-то есть. На дне-то он там, да, мелкая как-то сидит. Тут что-то дно какое-то пошло, да? Кто-то на дно лег. Посмотри. Да не убирай, ты что? Вон, видишь, мормышка пошла? По флешеру было видно. А, вон, да. На дне сидит там рыбина-то, да. Вон, да? Шарится там. Да, да, да. Или нет, это мормышка она пошла? Не, мормышка-то вон вверху. Не, не, вон она, видишь, точка? Вот, да. Вот, все, мормышка твоя. Нет, это не мормышка. 2,8. Мормышка у него одна стучит, прям, видишь? Mm. Прямо на рыбу. Все, пропала мормышка. Съели. Не-не, на вон, на удна. Ты поднял, что ли, стучишь? Ну да, поднялась. Ага, пошла. Ну, все видим, пора. И все видим. Ну, где рыба-то там, да? Ушла. Блин, я, наверное, этих потерял, придурков. Да. Собака. Я мотылей потерял. Коробочку. Там, наверное, лежит. Я ее под эту подсунул. А забыл, что у меня тут резинки-то нету. Выпало. Опять подключаться долго. А, пойду тоже побурю. Так.
снимаешь? Да, вроде. Ты приезжай, ты мочугаешь уже. Да ты постоянно мочугаешься. Запикаю. Не, не буду мочугаться. А? Не буду мочугаться. Не будешь? Ну давай. Начали, да? Мотор, камера. Пли. Посидеть, Руж не падает. А? Плюхнулся так. 4, да? Ничего. Не, вот что-то там есть. Может есть, кто-то ползает. Кто-то что-то жрет там. Ага. Кто-то там что-то жрет. На самом дне. Угу. А, с мормышкой, наверное. На самом дне сидит. Хочу хоть раз, знаешь, что рыба-то ебаная. Рыбы нет. Ну-ка, давай сделаем не этот режим. Обычный, не подводный. Нет, не подводный. Стандартный? Да. Там тут-то с иконками рыбы, вон, а тот-то без иконок рыбы, я совсем забыл. Во. Рыба сразу подо льдом. Не, её не... Это какая-то. Не рыба, наверное. Да, это что-то шляпа какая-то. Потому что нам бы тогда показывало этот, желтеньким. Не может столько рыбы быть. Ну-ка, давай другую пойдем. Хуй, он здоровую одну показал даже. Но мне кажется, какие-то помехи от луча идут. Мы же даже мормышку замечали, блядь. А тут он именно не может, только косяк тут пизду. Давай-ка сейчас этот попробуем поставить. Че, балансир? Балансир. Давай. А, я сейчас. Ну ты куда пи***ешь? Я вижу твой этот, но он за рыбу его не принимает. Он за рыбу его не принимает. Я что-то не вижу этих подбросок. А, вот, сердечками отмечается. Но если это рыба, мы будем с рыбой. А что она наверху доделать? Ну он скачет, я его вижу. Пошли в другую лунку сходим. Смотри-ка, здоровенный. Монстр, короче. Вон сколько. Нашли рыбу. Только не клюет. Вон на дне что-то было. На 4 метра. Ну давай следующую пойдем. Проверим. Пойдем посмотрим, может. Мне кажется, что есть. Что мы имеем? Тут вообще 0,7.
Вообще очень мелко. Мне кажется, метр 0,7. Еще ключи подводные. Так на подводные, наверное. Под ледный лед. Под ледный лед. И снег пошел. Опять пошел. Опять закончил. Опять пошел. Что мы замерзли? Что мы замерзли? Сейчас другую лунку. Пошли. Замерз, замерз. Еще. Тут один и один, тут поглубже. Угу. И также ничего нет. Один и один. Там еще должно быть еще поглубже. Ты брел свой сумку? Да. Хорошо. На дне может что-то есть. Колышется. Я хочу, короче, на реку. На реку? На реке течение? Сколько? 3,9. Охереть, да? Разница. Тын-тын. Ну, живот будет. Да. Ну, сразу, короче, такой. Сразу склон. 3,9, тут я не понимаю, может трава, это, может это рыба, я не знаю. Тут дохера помех, короче. Давай включим такой режим, попробуем. Посмотрим, рыба тут или нет. Тут тоже на дне типа рыбу показывают. Тут не наверху, да? Угу. Три пять метров на дне на самом, короче. Попло. Ладно, пока тут побалансирую пока. А там река уже, что ли? Да, все. Тут 0,9, короче, нечего есть.